Всем привет, это я, Влад Фурман. И сегодня, да, мы играем в Let's Fish. Полгода я в нее не заходил, много новых локаций добавилось. Ну и для сравнения с другой игрой, о рыбалке, которую я играю, записываю. Вы посмотрите разницу. В принципе, и в той, и в этом... Да, мы будем играть. Собственно, да, собственно, звуки волн немножко мешают. Будем просто смотреть, наслаждаться и слушать звуки природы. Тут-то я нашей прикормки не вижу. Атлантического осетра, которого должно быть очень много. Вот. А почему спиннинг? Как-то странно, что тянуть. Да, самое-то интересное, я же вам не сказал, где мы ловим. Самая первая локация. Европа, и это Балтийское море.
новая, доступна 16 уровня. Так, сейчас мы быстренько посмотрим, что здесь. Ну, выше ничего не поймано. Клубные соревнования, набор умений, рыбы. Все. Что за задание тут нам надо? Это все неинтересно. Дневные таланты. Кстати, да, сейчас мы половим. Посмотрим, что таланты. А ничего. Thank you.
Да, как вы видите, мы только одну рыбку не поймали с вами. С
Сейчас мы попробуем, посмотрю, есть ли у меня специальная снасть. Она последняя. Ну, как видите, мы с вами всех новых рыб выловили на этой локации Балтийского моря. В принципе, есть некоторые интересные виды. Интересненькие есть, конечно. И две почти сотни. Черный бычок 99 и морской кот 96. Вот Балтийская песчанка 99. Я думаю, на этом мы сегодня остановимся. Смотрите мои видео. Ссылка будет в описании на мое прошлое видео по этой игре полугодовое. Может быть, кому будет интересно. Там мы на Зимнем озере ловили рыбу. Вам спасибо за просмотр. Не болейте. Пока-пока.